Уже с сегодняшнего дня Минобороны пообещала платить больше военным, которых перебросили на восток. Мол, даже рядовые начнут получать по 5-6 тысяч гривен. Именно такое обещание, ну, в этой же студии, ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, дал генерал-майор Александр Размазнин. Он был гостем «Подробности недели». Но кроме этих обещаний, солдаты ждут и других новостей. Те, кто возвращается в эти дни домой, в короткий двухнедельный отпуск, много рассказывают, ну, скажем так, об изнанке войны. О том, что не попадает в новости. За кадром остается отсутствие банальных страховок, бумажная волокита, когда семьям нужно оформить выплаты за погибших. Ну и по документам не докажешь, где служил. Ведь в приказах не Славянск или Донецк, а названия совсем других городов. Моя коллега Лариса Задорожная встретилась с теми, кто уже побывал на войне, и с теми, кто только собирается на фронт. Они едут на фронт, едут сами проситься, чтобы зачислили в боевую часть. В Житомирском военкомате заявили, вы нам не нужны. Ну, боевой жетон это у меня остался с Югославии, с Африки. Ненужными оказались те, кто прошел три войны. Офицеры в запасе, у них за спиной и война, и Майдан. Пришел, говорю, я вот служил, был в Африке, был в Югославии, служил в миротворческих миссиях. Ну, я хочу ехать, я хочу защищать родину. И ответили, что типа сейчас ты нам пока, ну как, мы тебя запишем, ты нам не нужен. Они везут бронежилеты и для себя, и для тех, с кем будут в окопах. Им ничего не нужно от государства. Ни зарплаты, ни обмундирования, только оружие и приказ. Но добровольцы говорят, после войны обязательно найдется, кто спросит у власти, как защищены те, кто защищал страну. Бойцы Нацгвардии, которые вернулись из Славянска, спросили уже сейчас. В документациях пише взагалі одне, что мы были тільки в Павлограді більше ніде, а буквально от тиждень тому назад ми вернулися з-під Слов'янська. У випадку нашої смерті, от там, де ми були, ми не отримаємо ніякої допомоги, ні батьки, ні рідні, у кого є сім'ї, діти. Тобто всі лишаються голі босі. І тому це важливо, щоб ці документи зробили. 40 бойців устроїли своєобразний бунт. На всю страну розказали о своїх фронтових буднях. По телевізору кажуть, чуть не 1000 гривень зарплати, а у нас 6 гривень день. Командиры называют это недоразумением. Существует, естественно, психологический синдром после участия в боевых действиях. Вот, так как ребята, не служившие в армии, никогда не были в зоне боевых действий. Конечно же, они воюют не за деньги. Конечно же, главное победить. Через 10 дней они снова отправятся на фронт. Но даже Корочка, участник боевых действий, с ее льготами на коммунальные услуги будет далеко не у всех, кто воюет сейчас. Держава нас не включила в перелік тих, кто относится до участников боевых действий. Нас жаль. Это отношение до прикордонников. Им платят зарплату, но такую, что за державу обидно. 1800. Я знаю, что сержант контрактный в десанте отримает 4 с копейками. Но это так дуже мало, на самом деле. Там журналистка, пытаясь нового журнала «Новое время», когда вы там вам по 20 тысяч будет платить, вы так поржали, так все подивились на нее. Ну да. Военные госпитали Харьков, Киев, Львов, они сейчас переполнены. Да, об этих людях помнят, их спасают лучшие врачи. Приходят генералы, вручают награды и неочередные офицерские звания, а значит и надбавки к зарплате. Но и здесь есть обратная сторона. Ну, слухи ходят. Это не слухи, а уже тенденция. Многим, кто истекал кровью на поле боя, в диагнозах пишут, что попало. Ребята, которые находятся в госпиталях, у которых по 3, по 4 пули извлекали, приводили себя, им пишут, что они находились на полигоне «Широкий лан» и болели ОРЗ, ангиной, ну, разными такими заболеваниями. То есть никаких даже намеков на то, что ребята защищали родину и проливали свою кровь. Очень много будет ветеранов, и очень многие семьи должны будут получать льготы. А кому-то, ну кому-то невыгодно. В генеральном штабе подтверждает, неточные диагнозы действительно существуют. Обещают пересмотреть потом, после войны. Эти люди, которым сейчас пишут, что он упал, отримал травму, по завершению будет записано, что
він отримав травму в результаті там ведення таких-то дій, такому-то районі. Сергій тільки день, як із госпіталя, ранення в ногу. Під Слов'янськом. Лицо не показує не тому, що боїться, а тому, що ніхто із родних не знає, що він на війні. Він, як офіцер, має отримати страховку. Як держава буде виплачувати ці всі страховки, от це питання залишається якби відкрите. Ну, як біжати? Ми знаємо, в якому державі живемо, будемо сподіватися на краще. Зараз виписали мої 4 Однослужився, от їм написали, там Бог його знає, що. Нам ніхто не каже, що повинно бути. Такі бумаги, повинні бути такі бумаги, треба робити то. Страховка гарантирована поки тільки в одному випадку – гибелі – 600 тисяч гривень. Вона не розуміє ще, що таке війна, але маленька Саша вже розбирається, хто такі погані люди. Хоче, щоб купити нашу Україну. Ее папу убили в Мариуполе. Родион был добровольцем батальона «Азов». Он погиб 9 мая во время освобождения райотдела милиции. Страховку получить семья не может и даже оформить пенсию по утрате кормильца. В обещанные правительством квартиры вдова тоже не верит. Документов о причинах гибели и об обстоятельствах гибели я еще не получала. Без этих документов, соответственно, я не могу ничего другого делать. Объясняют, что надо проводить расследование там, а там сейчас расследование провести невозможно. На Востоке все по законам военного времени, но большая бюрократическая машина живет по-прежнему по законам мирного. И чтобы это изменить, потребуются месяцы, а может и годы. Государство сначала обещания дает, а потом о них забывают. Это Феофания, VIP-клиника для депутатов и министров. 2 недели назад парламент проголосовал, чтобы раненые в АТО лечились тут. Но ни солдат, ни офицеров здесь так по-прежнему и нет. А висков даже не было, даже не было. Но здесь, на передовой, под звуки канонады, сейчас о правде жизни не думают. Здесь думают только о правде войны. Я дав присягу на вірність народу України. Мене в цей момент цікавить лише те, щоб я або комусь із своїх товаришів спас життя, або виконав свій обов'язок. Ми приїхали, щоб швидше цю нечисть вигнати з нашої ненької України. Ми про це не думаємо ні про гроші, ні про що, розумієте? Но война когда-нибудь закончится, и государству рано или поздно придется давать ответ, как защитить защитников. Лариса Задорожная, Ирина Баглая, Ирина Романова. Подробности недели, телеканал «Интер».